Ну, здравствуйте, друзья. Меня зовут Артур Золотаревский. Я родился на Нежинской, 24, вырос на Молдаванке, на Балковской. Вот, а сегодня, дорогие одесситы, я хочу поздравить вас с днем рождения нашего любимого города и делюсь новостью. Мы наконец-то открываем нью-йоркский филиал Всемирного клуба одесситов. Это решение назревало давно, еще до полномасштабного вторжения России в Украину. И, наконец, мы с благословения Всемирного клуба одесситов на Морозливской открываем ваш клуб в Нью-Йорке. Да, я не оговорился, это именно ваш клуб и для всех одесситов, и всех, каким-то образом, причастных к судьбе нашего города. Коротко о нас. Костяк организаторов клуба – это одесситы, которые прибыли в Штаты лет 30-40 назад. Но есть и те, кто здесь всего пару лет, и те, кого сюда забросила война. В дополнение к явным целям нашего клуба, которые вы вскоре увидите на нашем сайте, на нашей страничке на Facebook и Instagram, о поддержке культурного следия нашего уникального города, мы хотим объединить одесситов, которые чего-то так и добились на новой родине. Ну, а зачем иначе нужно было уезжать с этого шикарного города? Но не забывают об Одессе. И наша цель не столько ностальгировать о любимом городе, а объединить одесситов в Нью-Йорке и создать сеть, как говорят, network, артистов, художников, писателей, предпринимателей и специалистов для легкости общения и передачи эстафетной палочки одесской культуры, одесского мировоззрения нашим потомкам. И мы поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать Украину в ее борьбе против путинских захватчиков и хотим помочь Всемирному клубу одесситов и всем одесситам пережить это нелегкое время. С днем рождения, любимый город! И ждите новостей о первых концертах и мероприятиях нью-йоркского филиала Всемирного клуба одесситов в этом году. До связи, до встречи!